Леон, какие ощущения перед ответным полуфинальным матчем Кубка России с «Газпромом»? Позитивные, естественно. Готовимся только на победу, потому что проигрывать нельзя. И даже в ничью игре нельзя играть. Но только преимущество у нас должно, если ничья должна быть, то это максимум больше двух мячей. Потому что если 2-2, то будет дополнительное время, а если 1-1, то мы не проходим финал. Вспоминая первый матч, почему не удалось дожать соперника? Честно, я даже не помню. Можно сказать, реализации даже не было. Потому что у нас, кстати, много было моментов. У них тоже было много моментов. Но все равно мы должны были бы забивать, я в этом уверен. Но как-то не сложилось что-то. Поэтому сыграли так. Сильные стороны соперника? Вот контратаки и то, что они играют до конца, потому что у них было 6 игроков в прошлом матче. И вроде бы они сражались до конца. У нас вроде бы 3-4, и все равно как-то не получилось дожать соперника. Но в этом матче, я думаю, мы соберемся всеми силами и будем одним целым. И будем сражаться до конца, чтобы выиграть этот матч.